Итак, народ, всем привет. Очередная посылочка у нас. Я уже догадываюсь, что это. Давайте откроем, посмотрим. В принципе, пакет целый. Единственное, то, что вот тут небольшая, там что-то непонятное что. Откроем, посмотрим. Так, безжалостно его раскрываем, раскрочим его. Еще весь этот товар не помять. О, порвал пузырики. За пузырики меня девушка убьет, она их лопает. Так, это у нас должен быть прикуриватель, это он и есть. Так, прикуриватель, ну прикуриватель самый стандартный, я бы сказал, насчет качества среднее. Так, мы имеем резиновую, а нет, просто так держится, два контакта, ну плюс и минус соответственно. Шла посылка 28 дней, цена 47 рублей 46 копеек, короче 50 рублей. Так, давайте посмотрим, ну вот имеется такое вот зарядное устройство для телефонов, попробуем вставить. В принципе залезла нормально. Мне он в принципе не особо нужен. Я просто его покупал, у меня на машине были отсоединены провода. И дело в том, что там, короче, сложная ситуация была, вообще непонятно что. Но дело в том, что свой стандартный прикуриватель я восстановил. А этот, ну, будет как запасной, либо сделаю как розетку. Пылесос не дотягивается до багажника. Так, ну, вот такая вот штучка. В принципе, рассказывать о ней не особо нечего. Такая маленькая, есть дырочки для болтиков, как я понимаю, заглушка. Ссылка на товар в описании, ссылка на меня ВКонтакте в описании. Ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. И извините за звук, нету другой камеры, вообще не знаю, что с ней делать. Просто ужасно постоянно пищит, самого бесит. Всем до свидания, удачи!